завершается голосование за территории, которые благоустроят в Чебоксарах в 2020 году. Путем отбора и с учетом мнений жителей районов появилось 13 объектов, которые можно рассматривать для включения в национальный проект формирования комфортной городской среды. По выделяемым средствам войти в программу в 2020 году могут только 3. Какие именно, выбирают горожане. Голосование идет на портале «Открытый город». Войти в него можно как с компьютера, так и с телефона, скачав одноименное приложение.